Итак, на сентябрь приходят новые посылочки, и сразу же давайте делать обзоры потихоньку, потому что много всего. Пришел вот такой вот генератор под USB, который крутишь, и он заряжает вот, телефон. Да, он реально заряжает простенькие телефоны, но где-то минут 20 надо крутить, чтобы пару палочек всего появилось. Современные телефоны он не зарядит и сломается буквально через очень короткое время. Я его взял просто показывать, что есть такие генераторы, что они есть более мощнее, более крупные. Стоит он в пределах 200 рублей. Типа такой походный брелочек, который типа поможет. Но у меня уже несколько штук таких погорело. Дальше. Пластиковые тактические карабинчики. Они там разных форм. Вроде идея неплохая, стоит недорого, то есть по акции там бывают под 40 рублей они. Казалось бы, ой, где бы я их только не применял, но по факту, вот висят они на рюкзаке и все. И как бы ничего больше я не пристегиваю. То есть у меня есть варианты пристегнуть клямкам там через фастексы, вот, и смысл таскать дополнительный вес я не вижу. Я их беру чисто в подарок друзьям, вроде как там типа тактически все носят карабины, ну вот им, короче, флаг в руки. Пришла ИППшка, типа израильский бандаж, в вакууме он сжат, там есть уже такая пластиковые фигнюшки две для закрутки, это мини, то есть компактненький он такой, и... Собственно, ну, нету никакого, естественно, описания, нету даты, закос под израильский бандаж, но это чистоганом китайская подделка. Вот. Каждые 2 года я их меняю, беру просто, а старые скидываю в машину просто. Вот. Иногда может помочь, пока вот не пригодился серьезно, но я переправил несколько, не скажу кому, вот. Там управление на букву А. И там, говорит, вот очень пригодился. Мне прям сказали спасибо, Саня. Дальше, фокус. Смотрите, вот такой пришел. Ну, типа, внутри кубик. Он там реально есть. И вот так вот берем, так. Оп. Нет, не получился, да? Оп. И рассыпается. Ну, я коллекционирую просто фокусы. Вы уже об этом знаете. Их у меня много. И мы, соответственно, их обновляем. Я стараюсь так вот с зарплаты рублей на 50 купить новый фокус чуть ли не каждый месяц. Вот. Ну и посмотрим, что еще пришло. Итак, вскрываем еще вот посылочки. Тут, скорее всего, одежда мне пришла. И сейчас сделаю небольшой на нее обзор. Итак, погнали. Что пришло? Начнем с юморного, короче. Пришел рюкзак. Школьный, да? Смотрите, рисунок, да? Вот в моем детстве рюкзак там был с мишкой, на нем катафоты от велосипеда висели. Вот. И вот сейчас у меня тут на работе у одной девушки сын заказал вот себе вот с упырями вот такими. Ну, ладно. Наверное, сейчас и это модно. Там еще этот... косметичка там ему такая же пришла. Так, ну, простенькая шапка тоже за... 120 рублей и такая же примерно черная, но это обычная легкая. Неопреновые перчатки взял, ну типа для велокатания. Они отделаны микрофлисом внутри, микрофлисок там, а сверху типа дышащий такой, ну не сказать, что прям неопрен, это не совсем неопрен, то есть неопрен, простите, я знаю, как выглядит. И пятерочка, и троечка все-таки ныряем. Это больше такие лыжные перчатки. Довольно приятные, за 300 рублей. Я думаю, они будут классно смотреться с курткой. Тем более, я вот сейчас заказал мамутовскую куртку и еще одну там мембранную ветровку. Потому что то, что я заказывал из Китая, все, короче, течет в трусы, грубо говоря. Сейчас еще померю штаны. Вот, как раз от компании Outdoor Sport. Я... не помню, я что-то брал уже этой компании, они в подарок мне положили браслетик, мол, типа звони, пиши, мы тебя любим. Вот. И самое главное, пришла вот такая вот горелочка. Саня, открываю ее, короче. Это не горелочка, это газовая лампа. Блин, она еще и в чехольчике пластиковом, вообще зашибись. У меня была такая, она меня спасла один раз от скуки, от лютого, так сказать, мороза и холода.
Вот, это газовая лампа. Давай покажу. То есть она одевается на газовый баллон и дает тепло и гламурный, приятный свет. Ее надо будет сейчас собрать. Наверное, даже, по-моему, вон два сменных этих сеточки прислали. И на цепочке можно повесить. То есть я ее больше держу вот для кемпинга, для машины. Когда мы на природу выезжаем, стемнело, сидим, смотрим на звезды, греемся от гламурной лампы. Вот. Ну что, и по ней понятно все, красивое, приятное, тепло дает в палатку. Сейчас померю штаны, похожу, расскажу про них, и сейчас еще вскроем мелочевочку. Итак, еще вот немножко мелочевки пришло. Пришел необычный минерал, вот такой вот красивый. Я собираю их. Наверное, месяцев 5 шел, может 6. Я уж все там уже как бы забыл про него. Так, теперь что еще интересненького? Пришли вот такие вот термометры. Видите, они плоские. То есть его на тело кладешь, и начинает светиться та полоска, ближе к которой температура, типа для измерения детей. И чтобы сбросить температуру, заказал вот такую вот штуку. Это типа полоска, охлаждающая на лоб. Тоже клеится, чтобы сбить температуру. Ну и немножко еще от иголок тоже взял разных. Там они что-то очень дешевые были. Решил ради интереса посмотреть, сколько, ну, как работают китайские иголки. Вот. Такой вот небольшой наборчик. Папа. Так, иду с почты. Еще две посылочки. Это вот пакеты такие с закруточками, как для воды. Просто как аналог фляжки, чтобы там в кармане можно было носить, налить немножко. К ней еще есть воронка, рекомендую, то есть туда можно засыпать сахар, соль, чтобы компактно лежало. И вот такой вот фильтр для воды. Не буду показывать его, сделаю на него отдельный обзор, тесты. Но мне понравилось, то есть парни очень хорошо там показали его. Они там даже стиральный порошок фильтровали, короче, воду. Вот, то есть я прям загорелся. Скрою прям все отдельно, про него покажу. И прям вот живой обзор. Иду в штанах, которые вот показывал вам. Пришли огонь. То есть ребята, 20 градусов, у них даже немножечко прохладно, я бы так сказал. То есть обязательно буду заказывать такие еще. Закажу себе с микрофлисом. 1000 рублей, с микрофлисом 1400, то есть Китай рулит, слава богу. Компания вот такая с горами, то есть другой компании там мне не понравилось это снаряжение. И сейчас вот мне придет два рюкзака легкоходных, можно сказать, компании, которая проверена боями, Nova Tour. Я ее брал в горы лет 15, наверное. Вот. И, собственно, она меня очень радует. Заказал два маленьких, то есть себе и сыну рюкзака. Вот. Но они, походу, вот старого еще пошил. То есть, когда компания маленечко другая была, развивалась. Вот. Сейчас у них как-то так это... Ну, не очень хорошо дела обстоят. Вот. Ну, вот сделаю тоже обзор на них. Посмотрим. То есть, хочу просто провести аналог между военными рюкзаками и гражданскими. Вот. То есть, там... Как бы, я не знаю, но это все, короче, в обзоре. Вот, идем дальше, короче, смотреть посылки.